На улице начался дождь, так как я и смотрела, что в 2 часа пойдет дождь. Ну, я знала, что я не справлюсь, и до 2 часов я не буду дома, но ничего страшного. Отдохнуть тоже как бы не лишнее мне. Потому что я вчера ухлопалась. Я еду сейчас в Хагебаумаркт. Так, здесь запарковаться мне будет негде с прицепом, поэтому я запаркуюсь вот здесь. Тут места более чем предостаточно и вместе с прицепом даже. Так. Вот сейчас смотрю, куда сейчас я объеду и вот здесь встану. Здесь можно бежать. Тут достаточно места. С прицепом можно встать без проблем. Забор, вот выставка забора. Все так красиво, но буквально на короткое время. А потом опять все по такой погоде, как в Германии. Часто дождливое. Все портится очень быстро и теряет свой вид. Так, в общем, я приехала сейчас в Хагебаумаркт. Забрала дочь кушать. Вкусняшку. И сейчас мне нужно будет зайти в магазин, так как мне еще по списку, то есть я составила список, все, что мне нужно купить. И по списку мне нужно будет купить еще. Так, где же мой список-то делся? Так, в общем, я хочу посмотреть, почем тут стоят вот такие вот шурупы. То есть мне нужно вот такие вот длинные. Это для вольера. Вот такие вот и вот такие вот. Но я знаю, что такие шурупы были в прошлый раз. По-моему, в Лиделе я их видела, но таких не видела. Есть они там еще или нет, я не знаю. Но сейчас я ищу свой листочек, свою записочку, где я написала все, что мне надо будет купить. Так, что-то я не вижу своей записочки. А, вот она моя записочка. Так, это я все ложу сюда. Так, смотрю, что я купила, что мне еще надо купить. Так, мне надо посмотреть еще раз, краска почем. Так, в Россман мне бы тоже еще надо было. В Россман, все хорошо. Значит, здесь я должна посмотреть краску и вот эти вот, как сказать, досточки. Вот это мне надо здесь бы сейчас посмотреть для вольера. Ах, вот эти тоже красивые цветы. Сальвия. Сальвия. Но сейчас мне вас совсем некуда садить. Какие же вы красивые. 3,99. Красота. Но это все в будущем. Пока что мне еще некуда вас садить. А это лавендель. Так, все, захожу сюда. Здесь у нас есть опять разные вентиляторы. Вместо 30-15 евро. Теплицы стоят. Тоже очень хорошо оцененные. 548, сейчас 299. 5 квадратных метров. Это что здесь? Гордыны. Ну, это типа как у меня. Такой. Но только он никогда не стоит 500 евро. Что-то неправильно здесь цена у них. Хорошо оцененные. Тут вот кое-какие грильни, грильницы. Так, ну я не затем здесь. Так, иду смотреть краску. Сосфикет. Это неправильно. Нам краска нужна с этой стороны. Потому что мне нужна краска по дереву. Так, где она была? Вот это вот. Так, где же он мне показывал ее? Даур Шутц. Дик Фарбе. Так. Ну, наверное, вот это вот, скорее всего. Вот, да, Дункельграу. Да, вот Дункельграу. Вот она, 59,99. 2,5 литра. Еще раз сфотографирую. Да, вот эта вот краска и была. Дункельграу. Нет, вот КВ, вот. Антрацит Грау. Вот такая вот краска должна быть. Ну, то есть все посмотрела.
2,5 литра, 59,99. Все, поняла. Большие тоже, наверное, такие есть. Или нету больших. Так. Большие банки. Это сколько литров? Тут тоже 2,5. А вот таких больших нету. Так, это белые. Так, это тоже белое. Это тоже белое, это тоже белое. Получается, такие большие банки. Вот такие большие банки стоят по 100 евро. А это так вообще 129. Не, вот это вот. Вот это вот стоит 100 евро. Так, декфарбе. Ну, вот тут и есть декфарбе. Вот она идет как декфарбе. Декфарбе. И так, что у нас там было? 70-16. Вот антрацит Грау. Антрацит Грау 70-16. Вот это вот. Вот этот цвет. Красивый цвет. Мне нравится такой цвет. Подходит как раз к нашей подшивке от дома. Так, теперь посмотреть досточки. Я вся потею. Наклонилась, у меня аж на голова прям болит наклоняться. Так, иду смотреть теперь Бретер. Это вот такие досточки для вольера. Вот это вентиляторы, которые я тоже покупала, но которые потом вернула. Так как они не понравились мне. Но зато не могу нарадоваться своим вот этим маленьким, которые от компьютера заряжаются. Как же, какие же они классные. Один у меня стоит в спальне. Один я купила дочери. А один у меня стоит возле компьютера. Так, смотрим досточки, ищем досточки. Как я обожаю, как здесь пахнет. Так. Досточки. Ну, они обычно в упаковках, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, вот в упаковках. Вот такие вот. Ну, а никого тут. Это что получается? Упаковка, пакунг, упаковка стоит 20,14. Один квадратный метр стоит 10,49. Ну, не знаю. Вот они, как будто качество не очень хорошего. Вот они. Вот такие вот всякие. Ну, вот такие вот. А вот эти вот. Что теперь, другие или что это такое? Или эти получше? Да это же одно и то же. Ах, это, видать, вернул кто-то обратно, потому что они были сильно покоцанные, наверное. Вообще-то они должны быть вот такие вот, как вот это. Как вот это вот они должны быть. Ну, вот такие вот тоже есть. Куда вот их, зачем их такие брать? Но это такой более бюджетный вариант. То есть они уже у нас есть. Мы вольер купили с такими досточками. Но я еще подумаю. Может быть, я куплю все-таки новые. Но это вышиной 2. Мне надо 2,20. Так, а эти вышина у них... Так, что у них за вышина? Где вышина у нас? Так, это что? Это 3. Вот такие мне надо брать тогда. 30 евро стоит упаковка. Вот тут они 3 метра. Но их надо много будет обрезать. Я думаю, сначала все-таки поставить каркас, чтобы видеть. Ну, то есть досточки есть. Просто они... Ну, то есть все есть. Только не хватало крыши. Ну, и, конечно же, сетки. Не нравится мне. Все-таки я, наверное, вот такие, думаю, может быть, взять. Вот такие вот качественные. Вот они побольше, потолще, они качественнее. Вот какие. Все-таки это качественное. Всяко разное, чем вот эта вот труха. Но это ни о чем. Кого? Это разве досточки? Это как, типа вообще ни о чем. Вот эта досточка. Прибил, так прибил. Вот. Сколько их тут в упаковке? В упаковке их
Так. 2 метра только они вышиной. Так, получается двухметровки. 1,4619. Это они стоят 17, а упаковка стоит 30 евро. И штук их здесь сколько? Так. Это ихняя масса, то есть ихняя ширина, вот еще раз. Так. Ну, то есть, если одна досточка 14,60, тогда надо будет смотреть, какая здесь будет ширина. Их здесь в упаковке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Это мне получается 146. Нужно будет умножить на 6. Ну, пускай 1,50, грубо говоря. 1,50 и 1,53. Нет, я так не смогу посчитать. Мне надо записывать все. Я так не смогу, у меня голова не работает. Так, а вот эти вот 3 метра вышиной. Вот они какие. Это 3 метра. По 146 и 19 миллиметров толщина. 19 миллиметров, это что, получается 2 сантиметра почти. Так. Это вот такие вот. Это надо мне будет все высчитывать. Это будет тогда, когда уже, скорее всего, я поставлю каркас. Я так просто запутаюсь. Это надо будет все мерить. И даже, если что, возможно, проинформироваться. И, скорее всего, что я вот эту вот, вот этот вот, ну, как говорится по-немецки, шрот, наверное, может быть, даже и брать не буду. Ну, то есть это ни о чем. Ну, что это? Это вообще ни о чем. Так что, наверное, скорее всего, я возьму вот эти, красиво их покрашу, и будет хорошо. Но сейчас, в данный момент, я их брать с собой не буду, потому что я не знаю, сколько мне надо. Мне надо точно знать высоту, знать, какие брать. Ну, если они покрасятся, они, конечно, шикарно будут выглядеть. Вот так вот. Ну, вот это тут хороший вариант. Ну, блин, тоже дорого. 44,65. Здесь их тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6. В упаковке везде 6 штук. Тут у нас 2,5 метра. Вот, если мне... А вот с этих нету 2,5. Нет, есть. Вот, тоже. Вот 2,5. Тогда мне не нужно будет брать те. Тогда можно будет брать 2,5. Ну, это хорошие досточки. Это видно, что это досточки классные. И потом еще есть вот эти вот. Ах, эти тоже. Ах, эти покачественнее. Вот. Они, получается, 2 метра. И стоят они вот как. Это, получается, покачественнее досточки, чем те. То есть, понятно, их сравнения даже нету вон. То есть, вот эта досточка. И где она? Ну и получается, вот эта досточка. Вон, разница какая в них. То есть, это, конечно, стабильная, качественная. Видно, что она хорошо сделанная, вон как. Ну, это, конечно, с ней не сравнивается. Так что вот это вот, а цена у нас какая? Так. Так, еще раз. Значит, вот этот вот дешевый вариант. Двухметровки стоят вот столько. 10,49. Ну, получается, упаковка 20,14. Потом высокий вот такой вариант. Трехметровка стоит 10,49, 30,21 упаковка. Потом есть вот такой вариант. Хорошее толстое такое дерево. Значит, двухметровка 17,29,77. Потом есть вот эти трехметровки. Они стоят 16,99, 44,65. Потом есть вот этот вариант. 11 евро, 26,38. Это тонкие 2,5 метра. Потом есть 16,99, 37,21 упаковка. Вот такие вот 2,5 метра. Потом есть вот такие вот 22,99, упаковка 26,48, кифа
Это вот двухметровки, вот как я показывала, такие вот хорошие. Ну, только, конечно, это потоньше. Эти-то всяко-разно потолще. Прям хорошо потолще, в полтора раза. Понятно, что этих надо будет больше, этих надо будет поменьше. Так. Так. Значит, эти двухметровки. Вот двухметровки. Так, ну а здесь уже вот эти вот пошли дешевенькие, вот, наверное, или дорогие. А, вот эти, которые потолще. Это что, трехметровки. И стоит 22,99, 39,72. И тут тоже 6 штук в упаковке. Или сколько их тут? Так, 2, 4, 6 штук. Но это высокие, очень трехметровки мне не надо. Потом есть вот такие вот трехметровки тоже. Но их не надо ни шлифовать, ничего. Они готовые просто под покраску. Это что, 15 евро стоит одна доска, наверное? Их поштучно можно покупать. Так. Потом вот эти есть. Тоже по 6 штук. Но они сильно высокие. 3 метра. Такие мне, конечно, не нужны. Они стоят вот столько. Потом есть двухметровки. Вот эти вот толстые досточки. Стоит 13,49, упаковка 15,54. И еще что тут есть? Еще есть 2,5 метра, 13,49, упаковка 19,42. Ну, приблизительно я сейчас все посмотрела. Как бы больше всего, понятно, мне понравились вот эти досточки классные, которые вот эти вот понравились мне очень сильно. Вот эти вот досточки вообще классные. Хотя в упаковке, конечно, попадаются не очень хорошие, но вот это вообще мне очень нравится. Как она выглядит. Двухметровочка. Ну, в общем, все. Для начала я поняла. Дорого, конечно, все дорого. Еще и краску и приобрести. И, короче, это, как сказать, не сито, а как сказать... Все, короче, уж совсем запамятовала. Так, ну здесь теперь уже мне ничего не надо. Хотя, в принципе, здесь тоже есть. А здесь просто такие. Такие их не вставляешь в одну воду. Они просто вот такие вот рейки. 1 метр стоит 3,70, рейка стоит 59,23. Вот здесь я тогда смотрела вот эти вот всякие столбики для вольера. Но теперь они мне не пригодятся, потому что я теперь уже, ну, теперь я уже привезла столбики. Но мои столбики, по-моему, побольше еще вот этих вот. Это 74, а мои, наверное, на 84, а то и на все 10 сантиметров, мне кажется. Так, какие здесь тогда смотрела, уже забыла. Вот они, наверное. Вот эти вот. 98 на 98. Да, вот такие, наверное, которые я привезла. Ну, может быть, чуть-чуть поменьше. 84, может быть. Или же 98 на 78. Ну, в общем, какие-то такие. То есть они же должны держать. Всю крышу держать. Но они не такие, они побольше. Значит, все-таки вот 78-78 нет. Значит, вот такие вот они. Вот такие вот, скорее всего. 98 на 9, ну, почти на 10 сантиметров. 10 на 10. Ну, мои еще хорошие, которые я купила, то есть, которые купила, они нормально. Поэтому хоть с этим мы сэкономили. Потому что если одну брать трехметровку, она стоит 25-47. С ума сойти. Так, ну что, все. Выхожу отсюда. И доеду еще до обуви, посмотрю, сравню цены, какие там. Сегодня все равно ничего с собой брать не буду, я только смотрю цены. Потому что, ну, потому что надо знать, что брать. Все, выхожу из магазина. Так, тут буквально через дорогу и обуви. Здесь тоже, кстати, двойные парковки далеко от входа почему-то. Так, 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 так.
Так. Ничего не понятно, почему они так далеко от входа двойные парковки. Прямо аж вон где. Ничего не поделаешь. Так. Сюда запаркуемся. Так, заходим в лобби. Один раум метр вот этого дерева. Вместо 169,99 стоит 100 евро. Один кубик метр. Можете представить? Вот такой вот ящик стоит 100 евро. Это Боден Трэп, это на чердак. Такие лесенки. Кстати, тоже мне когда-то надо будет поменять. И в гараже, и в доме. Так, что у нас тут получается? Ну, тут уже ее даже вместе поставили. Но вот эта, которая более-менее получше. Так, вот она, значит. Так, 13,99, 26,86. Пакет. Так, это что у нас? Это у нас двухметровка, по-моему, если не ошибаюсь. 2 метра, да. Только пакетом продаются такие косточки. И в пакете их тоже, наверное, 6 штук. Да. 2, 4, 6. Пакетами продаются. Ну, просто тут можно выбрать получше. Вот это вот красиво смотрится. Вот это вот. Пакеты можно перебрать, тут никто не будет ничего говорить. Так, вот это понятно, мне не надо. Зачем я за такую буду деньги платить? Так, понятно, они у них сейчас даже в Ангиботе дешевле. То есть вот эти вот по такой цене. Так, я быстренько пробегусь. 6 штук. Так, это у нас вот это, наверное, цена. Один пакет 1,89. А, то есть это нормальная цена. А это сейчас, видать, то, что в Ангиботе дешевле. Так, и она у меня что? Так, она у нас вот это, наверное. То есть они дешевле сейчас в данный момент. Одна сломалась, поэтому она не держится. Так, это другое-то мне не надо. То есть эти тоже дешевле. Так, это что у нас стоит сейчас? 96 на 125, 34,53. 6 штук тоже, вот они. Это я сейчас в обе нахожусь. Так. Это трехметровки, они мне не нужны. А вот здесь где-то написано, должно быть. Как-то тут немножко по-другому написано, как в Хагибамахе. То есть здесь не написано вся длина. Здесь просто как-то непонятно, можно сказать. Так, и широкие вот эти тоже здесь есть. И они здесь стоят, вот здесь написано. Там бы не было написано. Двухметровки, 1,46. Так, ну если кто берет 21 пакет, то 22 будет дешевле. С 21 пакета 17,09. А кто просто берет, ну, не так много, 18, 99, 27, 72 пакет. Пакет вот он, также самые 6 штук. Вот их ширина.
17,99. Так, это у нас были двухметровки. Двухметровки. Это то же самое. Так, это что у нас? Тоже двухметровки, только... Так, только что? Только они другие, они не такие широкие. А, ну вот это вот. Который мусор. 11,99, 23,02. Эти опять хорошие доски. 2 метра, 1,69, стоит 15,99. Двухметровки они. 27,02. Потом идут вот эти. Не знаю, они, может быть, как-то уже покрашенные, что ли, импрегнированные. И они стоят 23,99 квадратный метр. Не знаю, какой они вышины. А вот трехметровки. Вот это трехметровка 116,21. А это двухметровка 19,116. Дороговато, конечно. Они такие уже то ли интегрированные, то они с натургебелясен. Так, но эти большие мне не надо. Так, это тоже вот. Здесь вообще их 4 штуки. Стоят они 24,99. Нет. Массив Хольц. Диле. Это массивное дерево. Не-не-не. Это очень хорошо, но нам это точно будет дорого. Так, ну и все тогда. Больше мне здесь нечего смотреть. Все тогда. Ой, какие хорошие. Вот эти вот полки у меня такие в гараже стоят. Сколько стоят? 2-3 штуки, по-моему, в гараже такие стоят. Классные полки. Они сейчас стоят 79,88. Вообще они прочно стоят, но это что-то как-то шатается. Наверное, оно неправильно собрано. Все. Я не знаю, как длинным будет это видео, но мне бы очень хотелось сегодняшнюю мою поездку все в одно видео смонтировать. Ну, не умею я снимать короткие видео. Ну, не умею. Ну, я думаю, вам будет интересно смотреть. Так что пишите отзывы. Пишите хорошие, добрые комментарии. Мне будет очень приятно их читать. Так, рано распрощалась. Свежащие шурупы хотела посмотреть. Совсем забыла. Шурупы. А где их найти, я не знаю. Сейчас я спрошу кого-нибудь. Telakopfschrauben, so heißen die. Die heißen Telakopfschrauben, ja. Okay. За продавцом молодым и энергичным не успеваю. Так, все шурупы вот здесь. Куда он бежал? Wie viele brauchst du denn? Gute Frage. Das muss ich wissen, weil sonst kann ich dir nicht mitgeben. Ich wollte erst mal wissen, habt ihr überhaupt sowas da? Habt ihr das auch in Packung oder einzeln? In der Packung auch, ja. Ich muss Balken, ich wollte Vogelbarriere aufbauen. Ja. Und da gebraucht war das, die sind meistens kaputt gegangen schon. Ja. Aber die sind länger oder genau? Die sind jetzt ein bisschen länger. Okay, und so viel länger, was ich gebracht habe, haben die nicht. Die sind wieder kürzer, ja. Dann müssen das 120er sein. 120er. Okay. Das wären die 120er. 8x120. Okay, die sind das. Ja. Okay, wo liegen die? Dass ich nächstes Mal weiß. Sind aber schweineteuer, ne? Ach du Scheiße. Rosten die nicht? Nein, das sind V8. Aber jetzt nicht, ich wollte erst mal gucken. Ja. Ich komme hier nochmal, muss ich wissen, wie viel Stück brauche ich. Also auch ein bisschen dicker oder was? Ich würde sagen, ja. So. Was haben Sie gerade genommen? Was ist das hier? 6x100. Die sind ein bisschen dicker und ein bisschen länger. Vielleicht, das wären die. Vielleicht halten die noch besser. Und was kosten die? Diese kosten jetzt 13,49 das Paket. So, 6x100. Jo. Und wie viele Stück sind hier? Da sind 100 Stück. Das hört sich gut an. Ja? So, und die andere, die?
Ich denke, das war einfach diese Balken dran. Okay, dieser Bereich, okay. Das wären diese 4x4 oder 4x50. 4x50 wären wir bei hier, da. Mhm. Ne? Da liegen wir auch bei 18,99. Und das ist 500 Stück, das ist ganze Menge, ne? 500 Stück, genau. Ja, super. Ja. Und jetzt wollte ich das nochmal, diese, nochmal gucken, wo die liegen, dass ich nächstes Mal Bescheid weiß. Das ist die, ne? Ja. Super. Ja? Vielen Dank erstmal. Gerne. Also das ist meine. Ach so, ja. Ne? Da sind wir. 20 Stück. Muss ich gucken, wie viel Stück brauche ich. Alles gut, vielen Dank. Gerne. 8x120, 120. Так, потом, по-моему, вот эти вот он мне показал. И он мне показал, какие. Я уже запуталась, где. Вот эти, наверное. Nein. Ну, короче, здесь. Так, короче, вот эти мне надо будет купить. Они стоят 20 штук. 8 на 120, 17,69. Но я совсем не посмотрела, сколько штук мне надо. Так. Так, потом где-то здесь он показал. Так, где-то здесь он показал вот такие вот. Но они шляпки потолще. 17 чем-то, по-моему, вот эти, что ли? Вот эти, что ли? В общем, где-то здесь за 18, если я не ошибаюсь. Вот они. Так, это значит, вот эти вот. И они будут стоить 5 на 60. Так, то, что мне вот это вот 27, что ли? 27,99. Здесь их 500 штук. Ой, короче, кошмар. Короче, получается вольер просто золотой. Ну и потом вот такие вот стандартные. Вот такие вот какие-то, я не знаю, вот такие вот 17,89 тоже. Их 500 штук здесь, по-моему. Но фирма вот эта вот тоже, наверное, хорошая, дорогая. Можно смотреть какую-нибудь другую фирму. Дешевле, но они походу только с этой фирмы берут. Ну-ка, здесь тут вообще нержавейка, походу. Не, тут вообще дорого. Это специальная, по-моему, гипс-картон. Да, вот гипс-картон шраум для гипс-картона. Ну и все, они просто работают с этой фирмой, поэтому все шурупы дорогие. Все есть, но дорого, конечно. Я вспотела. Теперь уже точно все, и я выхожу. Все, иду на выход. Смотрю сейчас на молодого человека. Он плиты, террасу, на террасу пакует свою машину. Ее уже так много запаковал. Как только она не сломается под таким весом. Так. Все, я уморилась сегодня. Так, ну все. Еда дочь уже, походу, подотстыла. И я стартую домой. Все. До следующего раза. Пока-пока.